Казахстанские предприятия открываются за рубежом. Сегодня в столице прошла выставка отечественной продукции, где организаторы рассказали об успешных компаниях, которые зарекомендовали себя не только по всему Казахстану, но и в других странах. Причем развиваются они через франшизу. Это когда бизнесмен продает право на продажу товара своей торговой марки. К примеру, популярные столичные торты сегодня пользуются успехом у арабов. Казахские деликатесы тоже распространяются по всему миру через франшизу. Однако организаторы отмечают, к сожалению, компаний с готовым франшизным пакетом в стране не так много. Это достаточно большая проблема в развитии отечественного продукта. Если мы не будем патентовать, если мы не будем делать правильно франчайзинговые, франшизные пакеты, ну, мы не сможем казахское продвигать, и тогда на наш рынок придет кто угодно, но только не мы. Очень много проектов, которые абсолютно сырые. Нет финансовой модели правильной, нет производственного учета правильного, нет уникальности проекта, поэтому эти франшизы не продаются. Для этого вам необходимо просто обратиться либо в ассоциацию, либо к специалисту.